Даже далеким от строительства людям было понятно, что уложенные в декабре на мерзлую землю покрытие новой детской площадки в парке Зернова весной придется переделывать. Местная жительница Ирина своими глазами наблюдала за ходом работ из окна своей квартиры. Увидев результат, она обратилась в администрацию города, подробно описав, какие недостатки на детской площадке всплыли весной. Вот эта мягкая площадка для деток, я считаю, она должна быть ровной. Смотришь, чтобы ребенок не оступился, не подвернул ногу. Плитка вся вздыбилась. Бордюры, они не вровень, очень много гальки. В общем, впечатления после зимы самые наихудшие. Еще в декабре прошлого года на одном из комитетов депутаты высказали опасения, как скажется строительство при минусовых температурах на качестве и долговечности площадки. На что руководитель департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кашпаев заверил собравшихся, что основные работы были проведены до наступления холодов и в соответствии со всеми регламентами. Сейчас основные работы – это установка мав, потому что там посадка этих растений, устройство дорожно-тропиночной сети, они были завершены в основе своей еще до снега, до холодов. Там на площадках будет покрытие гравий, да, то есть снег почистят, гравий рассыпят, ничего не препятствует. Все фундаменты для установки мав тоже были залиты еще до снега, до холодов. Однако сегодня мы имеем то, что имеем. Если бы монтаж новой детской площадки завершился, как и положено, к середине сентября 2018 года, то, скорее всего, переделывать что-либо этой весной необходимости не было. По словам Валерия Чухманова, начальника управления капитального строительства, к такому развитию событий они были готовы. И меры к устранению всех недостатков будут приняты уже в ближайшее время. У подрядчика есть гарантийные обязательства. И здесь, я думаю, что мы в течение где-то 3 недели должны все поправить. То есть мы полностью будем перекладывать вот эту площадку, резиновые покрытия. И где-то по брусчатке есть уже места, где есть просевшие вот эти участки. Все будет поправлено. По словам представителя УКСа, гарантийное обязательство подрядчик будет исполнять еще в течение 5 лет. Однако уже сегодня возникает множество вопросов. В частности, как принималась в эксплуатацию детская площадка, пользоваться которой сегодня можно только на свой страх и риск.